В Ангарске резко выросла заболеваемость ОРВИ. Большая часть пациентов – дети в возрасте до 14 лет. Сегодня в городских школах на карантин закрылись 86 классов. Это в 3 раза больше, чем на прошлой неделе. На вынужденные каникулы в полном составе ушли ученики и педагоги 22-й школы в микрорайоне Юго-Восточный. В детских садах города не работают 14 групп. В поликлиниках – наплыв посетителей. За эпидемический вот этот сезон зарегистрировано 4 случая гриппа. Все случаи среди взрослого населения, и они не имеют прививок против гриппа. 3 случая у нас грипп типа А, это H1N1, и 1 случай грипп типа Б. Если заболеваемость будет расти, на карантин могут закрыть все учебные заведения. Решение эксперты Роспотребнадзора примут в четверг после тщательного мониторинга.